Всем привет, мои дорогие виноградинки, вы на канале Кишмиш Плей, меня зовут Иван, и мы с вами продолжаем прохождение Hi-Fi Rush. Так, в прошлой серии мы снова мы вообще в прошлой серии нашли хозяйку 808, восьмерочки наши, ты любишь. Это оказалась девчонка Мята, у нее есть свое убежище, у нее есть свой план по тому, как найти какие-то секреты корпорации. Мы, собственно, с ней договорились работать сообща, а она поможет нам выбраться отсюда. Поэтому мы, в принципе, вернулись обратно на завод и будем сейчас снова здесь всем разбираться. У нас был босецкий, был босс-файт, мы купили какие-то новые комбо. В общем, кому рассказ... Ты все видел. Ты все прекрасно видел, я думаю, ты все прекрасно помнишь. Совет, Холодос, привет. О, приветствую, ощущаю между нами некую особую связь. Так, ладно, что на этот раз? Ваш магнит позволяет быстро перемещаться в нужное место, а еще с ним можно притягиваться охранным роботом Валандей. Используйте магнит, чтобы приблизиться к врагу. Ну, я уже это делал. Так, врагов можно подбрасывать в воздух разными атаками. Притянись к подброшенному врагу с помощью магнита, тогда он не упадет на землю, а ты сможешь продолжить комбо уже в воздухе. Прикольно. Подумай только, до чего дошел процесс. Вообще-то эта рука предназначена для сбора мусора. А по-моему, это нечто большее. Хорошо. Я увидел эту секрет. Не пропущу эту комнату, что ни за что-то. Тут десяточка лежит, тут лежит тысяча целых. Так, выше. Там что-то есть, подожди. О, это граффити. О, прикольно, вот бы в убежище такое повесить. Так и повесишь. В убежище появилось новое граффити, скорее зацени его. Окей. Я когда вернусь в убежище, обязательно заценю, но мне сейчас нужно немножко разобраться здесь. Блин, не допрыгнул. Ай, ладно, я не знаю, наверное, можно туда спокойно залететь, наверное, как-то. Может, это подгрузчик? Подожди, дай. Да ёпта. Есть. Я не пропущу ни единой шестеренки. Я буду стараться собрать их все. Они типа на время были какие-то? Ты видел, как это все происходило? Они загорели зеленым, потом могли перестать гореть. А что это у нас здесь это лежит? Что блестит, то и золото. Разбивай статуи Кейла и забирай шестеренки, которые хранятся внутри. Чем больше атак по статуе ты выполнишь точно в ритм, тем больше получишь шестеренок. Ну поехали. Это прям типа такое... Выместить злость, да, немножко? Они вроде все были хорошо у меня прошли. Шестеренки-то там откуда? Сломать золотую статую Кейла. Мне дали достижение прикольное. Я много вообще шестеренок взял? Я даже не посмотрел, если честно, на счетчик. Я старался не потерять ритм. Давай, открывайся. Все собрал. Собрал все, что там было. Ты здесь даже убираешься? Молодец, какой слышал. Эти уборщики очень трудолюбивы. Внутри вентиляционной шахты. Кто сюда мог залезть вообще, кроме меня? Это будет сейчас сражение. Погнали. Меня бесит, что когда я их бью, они тоже пытаются меня ударить. Мне это не нравится. Я бы хотел, чтобы они этого не делали. Вот это прихватка к врагам вообще тема. Что ты быстрее, просто от одного к одному. От первого, от второго. Моментально. Готова особая атака. Ага, ты еще живой. Я не заметил, я думал, ты уже все. Вот и все. Сейчас жалко, особая атака, конечно, пропадет, ну да ладно. Кис-кис, тут враги. Так, где здоровый какой-нибудь? Вот он. Я промазал особую, блин. Блин, не успел убраться, а? Почти сработало. Мне все равно нравится. Даже если ты где-то промазываешь, это все равно ты круто делаешь. Да, ёпта мать. Ты слишком долго стоял на одном месте. Блядь, чаек, ёпта твою мать, не подводи. Победи их всех, первый уровень. Окей. Я, если честно, сейчас уже даже в ритм не бью, потому что как-то я пару раз здесь немножко потерялся чуть-чуть из-за того, что пытался бить в ритм. Так, окей, бонусы накинули, спасибо.
А дверь открылась. Это секретка. Это не секретка. Вот здесь где-нибудь будет секретка. Надо посмотреть все обязательно. Надо собрать все шестереночки. Я понимаю, что потом мне, может, надоест их собирать, но сейчас пока не надоело. О, увеличен... Больше этот станет. Да, блядь, стал он больше или нет? В меню паузы, кстати... Ой, вот. В меню паузы показывается 3 из 4. То есть мне, в принципе, еще одно осталось. Мне осталось собрать еще одну, и у меня наконец-то увеличится заряд ядра. А жизни, походу, так и не увеличились, потому что жизни, если что, у меня 2 из 4. Хотя, блин, я, мне кажется, я 3 уже собирал и одну купил. Или 2 я собрал и одну купил. Должно было быть точно стать больше, но, оказывается, нет. Я не видел, кстати. Я так и не смотрел предыдущую эту... Ой. Не предыдущую серию, я... Привет, чай! Блин, это как вообще? Я решила, что тебе помощь не помешает. Взломала терминалы. Теперь могу через них присылать тебе улучшения. О, так я могу на терминалах улучшаться. Круто. Так, я могу здесь, в принципе, улучшаться, правильно? У меня 19 тысяч, я могу купить себе предмет. Я хочу жизни больше. Подожди. Ой, блин. Мне нужно 2 из 4. Мне, то есть, нужно купить еще 2. Мне нужно купить еще 2 такие штуки, но мне на 2 не хватит. У меня будет только сейчас один датчик жизни. Зато это увеличится. Ладно, давай. Все? Увеличилось? Да, стало больше. Ты посмотри, реально стало больше. Офигенно. Блин, я эту кнопку нажимаю, я хочу в меню зайти. А почему 3 из 4 опять? А, бля, 3 из 4 на этой карте, скорее всего. Все, теперь я понял. Так, атаки. Нам надо купить какую-нибудь атаку. Давай покупаем. Покупать. Буду покупать вообще все атаки, которые буду находить. Потому что, как я уже говорил, буду просто тыкать рандомно на клавиши, и так или иначе какая-нибудь атака у меня соберется. Может, это, остановить производство охранных роботов? Как-нибудь попробовать, нет? Ну, их же... Слушай, Мята, это твой секретум. Это что вообще? Спектрум. Спектрум. Спектра. Мой осведомитель прислал код, и по нему ясно, что это ИИ. Он внедрен во все запчасти для проекта Армстронг. Это и искусственный интеллект. И что в этом такого? Мой осведомитель говорит, что в Валендее еще нет таких секретных проектов. Они явно что-то замышляют. То есть твой источник анонимный чувак с непроверенной инфой? Ему можно доверять. Лично я больше доверяю Ванделе, чем тебе. Блин, чай. Хотя, знаешь, мне все равно, я после этого все равно сваливаю. Да ёпта, куда я залез? А, я немножко не туда залез. Да я хотел по этому ударить. Вот. Вот так я хотел ударить. Рано или поздно немножко поднадоест собирать вообще прям все коробки, поэтому мы этим заниматься потом не будем. Но сейчас хочется. Сейчас хочется собрать как можно больше улучшений, чтобы прокачаться. Зачем их сейчас собирать, правильно? Не от безделия же здесь собирать эти улучшения. Так, давай, следующих врагов. Пока просто послушаем музычку. Отдадимся ритму. И тогда я научил Реку всему, что она знает о производстве. Да ладно. Блин, я пропустил. Сейчас. Еще разочек. Как по мне, таким устаревшим моделям давно пора на свалку. Только под ногами путаешься. Ты че? Это разговор меня расстраивает. Слышь, ты че на уборщика накатил? Я занят, не видишь? Это тебе за то, что на уборщика. Это за то, что на уборщика полез. Давай еще разочек. Ладно, мне стало получше. Уборщики нормальные ребята, ну, ходят, убирают, делают свою работу, все красиво. А он на него бычит. Типа, надо было давно тебя разобрать. Зачем его тогда создавали, понимаешь? Это неуважительно. Блин. Ой, хорошо, что с высоты падает, не получает урон. Просто замечательно. Я не буду пытаться туда залезть. Хотя, блин, хочется. Там же по-любому что-то будет крутое, правильно? Тогда еще раз посмотрю, куда они едут. Там балкон вон с шестереночками. Они мне нужны. Блин! Не, все. Не буду больше пытаться тут полезть. Слишком долго залазить. Я-то не умираю, это вообще хорошо. Лучше бы я умер и оказался быстренько сверху. Просто очень долго лезть. У меня что-то не получается уклонение делать в ритм. Иногда только.
Все, идем дальше. Шестеренки шестеренками, но еще раз я не хочу сюда залазить, это очень долго. О, что-то интересное. Джамп. Так, это ритм панели для прыжков. На них ты сможешь подпрыгнуть еще выше, если нажмешь кнопку в ритм. Восьмерка подскажет, сколько раз нужно прыгнуть. Пока ты в воздухе, прыгай в ритме ударов в бит. Ой, я не знаю, я удар нажал. Хорошо, что подо мной все закрылось, потому что среагировать я опять не успел. Я оставил часть там. Блин. Когда я делаю комбо, мне нельзя что ли уворачиваться? Так, надо уже немножко ворота поизучать. Так, лучше я, конечно, буду сразу этих стрелков выбивать. Потому что реально только они мне наносят какой-то существенный урон. О, нового Басецкого прислали. 2х сразу сильных, вы чё? Надо добить его. Давай, сильную сюда. Есть, хорош. Я с ними разобрался вообще просто на раз-два. Давай мне сюда все свои запчасти. И у меня жизни опять половина. Мне надо больше жизни. Надо все-таки было купить то улучшение для жизни. Я думаю, что в следующий раз я обязательно это сделаю. Он просто сможет доставать. Так, на всякий случай напоминаю, что ходишь под включенным прессами строго запрещено. Окей, я понял. Серьезно, об этом надо напоминать? Здесь нет пресса. А здесь есть. О. Так, а куда дальше-то, собственно говоря? А, наверх. Мне игра просто напрямую пишет, куда мне нужно дальше идти. А зачем я стоял? Я же мог пролезть. А, здесь длинный! Еще бы чуть-чуть и все. Еще бы чуть-чуть, самой малости было бы все. Следующая арена для сражений. Здорового выпустили, да? Лучше бы здорового выпустили, чем этих стрелялок. Серьезно, они меня бесят, блин. Надо добивать. Чтоб он не встал отсюда уже больше. Это просто нечестно, понимаешь? Я-то не могу на дальняк бить. Только впритык. Куда ты атаку в никуда выпустил? Ты чё? А подтянуться не смог, нет? Я не знаю, я, наверное, по кнопке промазал. Я хотел подтянуться и ударить этой особой атакой. Ладно, двигаем дальше, черт. Ничего страшного. Как ломать эти штуки? Там за огнеметом... Там ящик. Подожди, а попробовать, может, пробиться через огнемет? Ящик, это серьезно, там что-то реально крутое есть. Ну да, я попробую через него пропрыгнуть. Ага. Ясно. Да все, я сейчас умру. Эх, ящик, ты мой ящик, как тебя оттуда выдасть? Ай, все, ладно. Нет так нет, я не буду сейчас ломать голову над тем, как мне это сделать. Я и так жизни вон сколько мало оставил себе. О, жизнь. Хоть чуть-чуть. Уже спасибо. А, здесь не пролезть. Блин, я оказался не там. Не, все нормально. Каждый раз ты под этими прессами проходишь, и просто сердце просто в пятки уходит. Замирает. О, ребят, что делать? Сразу видно, что мимоза Корсику ненавидит.
Да, она все отделы поздравила с выходом Armstrong, кроме охраны. Корпоративный плевок в душу. Ну, это их дела-делишки, понимаешь, смысл в них есть. О, я могу это выбить себе? Да, я могу выбить себе жизни немножко. Из него прям можно много выбивать. А, все, я сломал, простите. Так, хорошо, я теперь знаю, что из этих штук можно, в принципе-то, выбивать жизни себе, поэтому я их раньше просто проходил. Ой, 3 раза, ничего себе. Вот ты где, шпана малолетняя. Отсюда ты уже не выйдешь. Найду и лично порву на кусочки. Река, выходи давай, сразись со мной. А, так ты опять на меня натравила своих этих мелких засранцев. Блин, я не увернулся все равно. Я видел эту штуку, но не успел среагировать. Так тихо, свали, свали, свали. Блять. С линии атаки. Ты кнопку нажал. Нажал притянуться, а нужно было уворот делать. Слушай, у меня теперь не полную эту шкалу забирает вот этот комбо-удар. А, все, открылось? Босецкий? Ну, такой минимальный. Это босс на минималочках. А, их двое сразу, класс. Прекрасно. Блять. Так, все, сосредоточились. Их слишком много, чтобы просто это все вот так вот на шару прокатило. Уйди с линии! Я ничего не вижу просто. Промазал. Все, я просто забиваю на ритм. Получится попадать, буду попадать. Не получится, не буду. Слишком привыкает именно удары в ритм. Так, опять арена. Опять закрыты двери. А, нет, открыты, все хорошо. Меня тут заперли. Мята, мне бы твоя помощь не помешала. А Мята не на связи, что ли? Она даже ничего не ответила. Так, неисправности на рельсах. От кого Река? Это Река. Во-первых, что у нас начали ломаться рельсы? Мне плевать, в чем там дело, просто почините все. Никаких отговорок. Слышать не хочу. Я в жизни преуспела не за счет отговорок. Я преуспела, потому что делала свою работу, даже когда от меня требовалось невозможное. Так что вы хоть заржавейте, но чтобы все починили. А еще я считаю, что рельсов у нас маловато. Ищите, где проложим новые. Блин, я не знаю, Река. Зачем? У Река какая-то маниакальная фаза немножко на рельсы идет. У нее, видимо, там, не знаю, в детстве, может, поезд кого-то сбил. Подожди, чай. Дверь видишь? Возможно, получится как-то обойти охрану, но путь там сложный. Везде лестницы. Ну, зачем нам эти лестницы? Знаешь, мне бы что-нибудь повеселее, чем лестницы. Я вижу, магнит. Я вижу, что ты задумал, чаек. Мы как бы подумали об одном и том же. Во-первых, нам нужно взять немножко с собой этих. Поехали. Ой! Так это реально веселее, чем лестница. А, есть у ворота, ясно, сейчас будет что-то. Че это было? Чай, ты же знаешь, куда этот рельс ведет. Расслабься, все будет хорошо. О, пошли у вороты. О, да, а теперь посмотри, как ты с этим справишься. О, ненормально. Ясно, пардон. Я нажал на все сразу. Блин. Очень слишком быстрая картинка. Так, я в прошлый раз, значит, все-таки успел, правильно? Так, тихо, меня начинает укачивать. Не, ну так реально веселее, я согласен. Опять промазал 2 раза подряд. Чай, извини, пожалуйста. Признайся, Мята, ты мне сейчас завидуешь. Да не особо, а еще, кажется, тебя заметили.
Это разведдрон какой-то? Дальше ты не пройдешь, шпана. Это как она сделала? Через экран? Рельсы-то тебе не жалко? Рэка, ты чего? Сгруппируйся, чай. Что? Так, котик сгруппируется, а чай нет. Ай, хорошо. Все, отлично. Главное, что с котиком все в порядке. Так, где это я? Похоже, ты недалеко от кабинета Рэки. Я же говорил, что все получится. А могли попасть, как бы, по лестнице. На своем веку я повидал и взлеты, и падения. И я искренне удивлен, что ты выжил, парень. Оскар, ты настолько старый? Прям на своем веку? Прям век ты прожил? Ну это прям много. Хотя ты мог бы жить еще дольше. Ой. Что-то я грустно немножко, да? Типа, уже робота там похоронил. Он еще будет жить и жить. Это что, электробарьеры? Вот, блин. А так и думала, что не зря старалась. Чай, ты готов? Готов к чему? Так, выстрелами... Что? Выстрелами мята умеет уничтожать или активировать объекты. Позови мяту, удерживая, и прицелься куда надо, чтобы мята выстрелила, отпустили. Так, зажми РТ. Это вообще как? Это обычное временное смещение, сложно объяснить, ты ж не спец. Короче, одна из фишек 808. Так ты это все время могла быть со мной рядом? Зачем? Тебе же никто не нужен, ты все сам. Так, подожди, я могу прям в любые места ее отправлять? Можем реально в другие, в любые вообще места. Да ты че, стреляй! Помочь, да, помогай. Да ты че не стреляешь, блядь? То есть она только по врагам может палить. Блин, жалко, я хотел ящики разрубить. Я хотел посмотреть, сколько, как долго она перезаряжается. Ну да ладно. О, вон! Шут! Ну, туда? Как это? Блять, как прицелиться-то тут? Не знаю, далеко или что? Что-то не получилось чего. Похоже, перепрыгнуть ты не сможешь. Переключатель видишь? Да, я угадаю. Да, зови меня, помогу его активировать. Окей. Я как будто обучение в игре прохожу. Зажми и при помощи наведи. При этом ты можешь передвигаться. А, окей. Когда прицелишься, отпусти, чтобы выстрелить. Если отпустишь, не выбрав цель, мята исчезнет. Короче, если есть цель, она даже сама на нее настраивается. Поэтому смысла никакого нет. Есть. Все, я на месте, правильно? Да, я на месте, прекрасно. Так, ну мне туда не нужно, мне нужно туда. Я просто увидел монетки, я хотел прыгнуть за монетками, я не знал, куда мне нужно правильно прыгать. Встречайте стрелка. Еженедельный отчет об успехах в маркетинге. Встречайте стрелка от Vandelay. Все твердили, что это невозможно, но благодаря команде первоклассных юристов и рекламной кампании от Mimosa это наконец свершилось. Рады сообщить, что теперь Vandelay принадлежат эксклюзивные права на владение стрелкой. Тем самым символом, которое... А тем самым символом, которым принято указывать направление. Заблудились, увидели стрелку? Запомните сами и расскажите друзьям, что это не просто стрелка, а стрелка от Vandelay. А, стрелка, а не стрелок. И раз уж мы, компания, в чьих руках находится патент на универсальный символ направления, я хочу, чтобы стрелки были везде. А в нашем комплексе не заблудится никто, ведь стрелка уже верный путь. Бля, вот это жесть. Они выкупили права на символ. То есть это все равно, что выкупить права, там, не знаю, на букву В. И все, кто... Так, шут. Так, я попал же, да? Так, вон, едет. Нет, мимо. Как я так вообще, как лох просто? Ты ч... А, оно же запущено, ясно. Ну я, если бы в прошлый раз двигался как-то немножко побыстрее... Ага, мимо. Я ж не попал, правильно? Нет, не попал. А вот сейчас попал. Запускайте мне платформу. Ага. Ага, я знаю, что это ловушка. Их еще и током бьет. Так, сейчас следующая поедет. То есть она не падает, пока это не проезжает. Или надо прям выстрелить. Опа.
Так, эти все перемещения становятся немножко посложнее. Слишком, слишком много нужно взять во внимание, чтобы... О, синенький. Это что-то новенькое. Сейчас мой выход. У меня отключают такие барьеры. Зови, помогу. Все, я понял. Это командная работа. А мята умеет быстро разбивать вражеские препятствия, гушать врагов, чтобы ты смог атаковать. Без нее препятствия не разбить, так что придется работать сообща. А еще мята умеет жонглировать врагами в воздухе, глушать тех, кто полегче. Чтобы призвать мяту, нажми во время боя. Ее нужно, не нужно все бросать и прицеливаться. Мята нападет на того же врага, в которого целишься и ты. А прежде чем снова призвать мяту, в бой нужно дать ей отдохнуть. Когда ее школа перезарядит, ясно. Окей. А чё это барьер ты не сняла? Не вовремя так-то, а? Она быстро, кстати, перезаряжается. О, человек метроном. 50 тысяч и 100, или сколько там было? Или 5 тысяч и 100 тысяч? Зацени-ка. Через восьмерку. Так, опять ты в барьере будешь, да? Так, ей нужно некоторое время, я понял. Ей нужно время, чтобы выбить, в принципе, этого. Так, давай сюда. Идеально. Так, в принципе, ее можно вызывать, атаковать вообще любые цели. Отлично, она еще их и глушит. Все, это просто замечательно. Это команда мечты. Я буду ее постоянно вызывать. Она быстро перезаряжается. Готова особая атака. Куда побежал от меня, дружок? Ты че убегаешь-то? Иди поговори поближе. Бэм. Я думал, будет сложнее. Но в этот раз с тобой была я. Спасибо, Мят. Нет смысла выпендриваться, что ты все сделаешь сам, если можно... Ой, ящики. Спасибо, что меня подкинули сюда, я бы их пропустил. Нет смысла выпендриваться, что ты все сделаешь сам, если есть у тебя хороший компаньон, тобой. Опа, допрыгнул. Тогда было немножко сложновато допрыгнуть, потому что они далековато друг от друга расположены. Что это за дверь такая? Тут какая-то дверь. Как бы ее открыть? Странно, на картах она не отмечена. Но знаешь, тебе туда все равно сейчас не надо. Пока что забудь про нее. Нет, они потом скажут, типа, возвращайся. Не хочу возвращаться, я так не люблю в играх возвращаться. Я люблю двигаться только вперед. Слушай, интересно, я два раза могу прыгать в воздухе? Подожди. Не, только один. Да ты чего? Автоматически прицелься. Ну, почти. Я все собрал. Да, наверное, все, потому что я не могу выше посмотреть. Так, Холодосик, привет! Давно не виделись. Как ты успеваешь так передвигаться по комплексу быстрее меня? Я проанализировал ваши умения и понял, что кто-то внес в них изменения. Ну да, это была мята. Какой полезный эффект эту мяту можно призвать в бой? Чтобы было проще выполнить комбо или отвлечь врагов. Похоже, эта форма жизни способна дольше удерживаться в воздухе летающих врагов. Мне про это уже говорили, ясно. В бою перед вами много возможностей. Ну да, всего и не упомнишь. Я согласен, всего и не упомнишь. Так и есть, этот эффект требует от вас много сил. Чтобы снова призвать эту форму жизни в бой, вам придется подождать. После призыва напарника нужно подождать некоторое время. Она быстро перезаряжается. Берегите себя, пейте больше воды и следите за шкалой. Она указывает, когда можно призвать товарища. Сейчас вообще... я в диалоге был. В диалоге вообще нельзя призывать товарища. Она перезаряжалась очень быстро. Я что-то не заметил, что прям... Еще раз. Окей. Мне кажется, они сейчас будут падать вниз обратно. Нет, в воздухе можно прыгнуть только один раз. Меня этот, конечно, вопрос беспокоил. Хотелось бы прыгать два. Ну да ладно. О, бои. Давай, власть. Дрон. Ну, с дронами точно будет мята сражаться. Опять это железяка. Так, иди зови меня, если понадобится помощь. Я хоть раз попал? Так, я понял, то есть мята их скидывает вниз, а я добиваю. Да, ёп.
Можно и так стать. Можно на цепи притянуться и все. Так, мне не нравятся эти новые дроны, если честно. Очень сильно. Смотри, она сейчас как быстро перезарядится. Вообще просто 3 секунды, грубо говоря. Еще здесь нету friendly fire, поэтому можно спокойно по тем врагам, по которым она стреляет, подлетать и тоже бить. А, ясно, он взорвался еще и меня немножко подкоцал мою жизнь. Так, у меня жизни явно не хватает. Явно очень сильно не хватает жизни. Надо как-то побольше собирать этих увеличивающих ячеек здоровья. Так, опять препятствия пошли. Ну, давай еще поближе. Она сейчас током ударит. Так, я уже на следующий не успеваю. Я перепрыгнул, блядь, молодец. Я не знаю, током будет бить или не будет, поэтому... А, нет, не будет вообще. Окей. Куда дальше? А, туда прям все. Могли бы уже магнит какой-нибудь поставить. Опа. Слушай, щедро дают этих монет, прям много. Правда, редко появляется, где их можно вообще использовать. Так, в бочках, оказывается, тоже есть всякие очки. А в этих? Тут просто какие-то коробки выглядят как обычно, какие-то выглядят как бонус-коробки. Можешь выстрелить куда-нибудь? Да черт. Блин, хотелось бы, конечно, обходить эти огнеметы, потому что в прошлый раз я потерял целый ящик бонусных из этих огнеметов. О, вот и прокачка. Так, давай прокачаем себе здоровье все-таки дополнительное. Вот это, наверное, особые атаки это было. Вот, спасительный глоток. 17 тысяч стоит, между прочим. Давай. Так, и обычные атаки есть какие-нибудь? Доступны новые боевые приемы для напарника. Чтобы переключаться между персонажами, нажимайте в этом меню. Для мяты можно что-то купить. Игрок на замену. При ударе в бит во время комбо на земле требуется один сегмент шкалы эхо. А, это для нового комбо. Расширить. Смотри, то есть я, грубо говоря, что? Бью. А это каждый раз будет сработать. Я хочу эту штуку. 10 тысяч. Я могу... Бля, 9570. Подожди. Подожди одну секунду буквально. Я, может, сейчас где-нибудь себе чуть-чуть возьму. Только бы не закрылась дверь назад. О, вот и вот. Я про это и говорил. Давай сюда. 9900, да? Бля, 9930. Мне реально 70 этих не хватит. Потому что мне кажется, что после люка уже не вернешься. А, давай проверим эту шкалу здоровья. А, нельзя сейчас. Нельзя. Опа, подожди. Я же забыл, из них можно выбивать всякую дуть. Да, спасибо. Так, 10 тысяч есть? Все, теперь 10 тысяч есть. Отлично. Так, атаки. Мята. Или супербластер. При ударе в бит во время комбо в воздухе требуется один сегмент шкалы. Так, это в воздухе, подожди. Так, прыжок, удар. Это комбо в прыжке. Блин, крутое комбо. Потом. Я чаще всего пользуюсь вот этими наземными атаками. Так, мне нужно что? Удар. То есть она будет приходить по ходу на каждое комбо мое. Ну, надеюсь. Я очень сильно на это рассчитываю. Так, давай посмотрим. Так, я пока не понял, как ее вызвать. Ну ладно, в следующий раз посмотрю. Опа. О, жизнь. Жизнь — это очень хорошо. У меня как-то в последнее время меня сильно прессует. У меня мало жизни. Ой, высоко. Как? Спасибо, блядь. Еще раз пульнешь меня наверх? О, еще выше. Так, надо быстро очень реагировать здесь. Молодца! У меня уже просто не та реакция, как раньше. Ты что, я уже старый дед. Мне уже почти 26 лет. Уже совсем скоро 26 будет. Я вообще такие реакции не могу повестись. Опа, иди сюда, браток. А, подожди, стой. Я забыл, как его. А, все. Поехали.
на максимум. Фрагмент датчика жизни. Я собрал все. Жизнь увеличилась? Тихо, подожди. Смотри внимательно. Блять, я пропустил, кажется, этот момент опять. Я не видел, оно увеличилось или нет. Я забыл, сколько у меня их было. Так, ладно, хорошо. Я буду потом на записи. Не слышу радости, мы почти на месте. Ну, как-то не вышло порадоваться в кабинет Рэки, так чтобы она не узнала. И из-за тебя. Эй, я вообще-то все самое трудное делаю. Если бы ты слышал, что тебе говорят, было бы не так трудно. Да ладно, чаек, ты чё? Какой-то чаек очень слишком такой, на негативе каком-то. Надо позитивнее на вещи смотреть. Напоминаю, что сейчас проходит розыгрыш билетов на фестиваль Армстронг. Спешите принять участие. Это уже новые боссы пошли, наверное. Это будет незабываемое шоу. Эти голуби — источник моего недовольства. Мне необходима помощь в их устранении из зоны уборки. Меня ты можешь выручить, беднягу. Где голуби? А, вот эти? Голуби разлетелись, одни из трех. Голуби слишком далеко, необходимо дальнобойное орудие. А я не вижу их, где они? А, вон, вон. Так, два из трех, и третий вон там. Все. Все три есть. Голуби больше не бычка. Теперь я доволен. Возьми это сокровище. Да ладно, больше не надо. Работала я, награда достается тебе. Круто. Да ладно, мята. О, датчик жизни есть! Увеличилось или нет? Я опять все проебал. Я не видел, было больше или нет. Так, сколько у меня? Так, надо запомнить это значение. Я проебал опять на этот датчик жизни. Надо роботам помогать, ты видел? Просто на ровном месте датчик жизни получили. Трех голубей завалили. Даже не завалили, а просто разогнали. Нихера себе. О, арена для боя. А, опять эти дроны, ненавижу их. Так, ну Река не пришла, я не знаю, как мне ее вызвать, кстати, на эту комбо. Надо будет потом посмотреть список комбо. В этот раз я не пропустил. Давай, 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 сбей его. Так, все, здоровечко. Я заметил, что в последнее время у меня вообще не бывает почти максимального здоровья. Кис-кис, тут враги. Это уже было, кстати. Опять враги, причем серьезные. Причем реально серьезные засранцы. Ой, они меня могут, кстати, разобрать. Так, я могу сделать глоток жизни, вот это, про который мне говорили, нет? Походу, не могу опять. Я на этом еще особую атаку пустил. Мне повезло, чуваку. Чем дальше идем, чем музыка все становится веселее и веселее. Четыре раза. Ай, промазал. Пять. Слишком поздно. Надо не смотреть, надо ритм отдавать. Да ёб твою мать, а! Ну ты видишь, где я нажимаю? Оно же прям... Почему у меня раньше получалось вообще без проблем это все делать? А сейчас какие-то вопросы. Блять, сука! Есть, блядь! Наконец-то! Так, был монтаж. Ладно, шучу, не было монтажа. Я хотел все вырезать, типа, знаешь, как будто бы это я с первого раза сделал, но я не буду так делать. Типа такой мастер, и все с первого раза прошел. Ну, пришли. Веди себя спокойно. Спокойно ведем, пойдем жизнь мы сейчас возьмем. Все хпшечку сюда давай.
За кулисами беседа с Рекой. Отрывок эксклюзивного интервью с Рекой, начальницей центра производства. В последнее время производственные показатели Ванделы взлетели, но недостаточно. Вот уже 5 лет вы повышаете производительность на 300% каждый квартал. Как вам это удается? И это, по-твоему, круто? Еще раз повторю, это недостаточно. Если бы ты понимал, что то не морал бы бумага, занимался бы настоящим делом, как я. Но ведь это был комплимент, мисс Рэ. Ай, вы пощечину мне влепили? А то еще влеплю, если снова скажешь глупость. Но нельзя же просто так бить журналистов. Мне все можно, когда мир увидит, что такое проект Армстронг, ты у меня сам будешь пощечину выпрашивать, чтобы снова интервью взять. Река очень такая, очень большое самомнение. О, робот-секретарь. Река сможет принять вас через 3 месяца. Я вас запишу, а вы пока присаживайтесь. Хорошо, 3 месяца посидим. Так, где, на каком диванчике можно здесь пожить 3 месяца? Возможно, теперь у меня будут неприятности, но это любовь всей моей жизни. Ты про кого? Нам запрещено испытывать чувства коллегам. А ты кому испытываешь чувства? Чем дольше я здесь стою, тем нелепее выгляжу. Надо действовать. Действуй, братан! Еще один робот, можно с тобой поговорить еще раз? Нет, нельзя. Так, а ты просто работаешь, да? А на кого он смотрит? Подожди. Блин, на секретаршу. Дай пойдем к секретарше, попробуем ей сказать про это. Да, блин, с ней же тоже не поговоришь. О, ящики! А что тут ящик стоял, я не понял. Все, нельзя поговорить? Ну, нельзя так нельзя, идем дальше. Огнетушитель? Или что это такое вообще? Это вы кто, ребят? Прости, пожалуйста, клади жалобы в ящик для писем, он же контейнер для мусора. Подожди, на кого ты похож? Ты мне кого-то напоминаешь. Выше, сильнее. Мы рекламируем Реку или надеемся мотивировать остальных. Я хочу создать лучшие условия для работы, она просто выпендривается. Разве это не наше дело? Ну да, ты не понимаешь. Думаешь, их это вдохновит? Нет, только напомнит, что они недостаточно хороши. Рабочие должны осознавать, им никогда не выбраться из ямы, в которую они себя загнали. Этот мир уныл и мрачен. Но мы должны помогать. Это невозможно, мы просто делаем вид, что нам не все равно. Какие они жесткие. Мы ничего не изменим, все против нас, такова жизнь. Оставь плакат, там написано правда. А какой плакат они смотрят? Bigger! Stronger! Так, это будет Река. Это будет босс-файт с Рекой. Я уже давно хотел с ней зарубиться. Давай, выходи. Здесь тихо, ничего подозрительного. Очень подозрительно. Встречайте! Река! У нее пряжка босс. И у меня камера отлетела. Класс. Хочешь достичь экспрессии в своей профессии? Так прояви агрессию. Как-то очень много экспрессии. Ты дефектная шпана, сбежать решил? Ты сам напросился. Интересно, на что? Хамить мне будешь? Ну все, раздавлю голыми руками. Она снимет перчатки? Получается, что так. А, ясно, у нее здесь хорошие робо-перчаточки. Я думаю, с ней будет тяжело сражаться. Мята, на этот случай у тебя есть план? Ну, ты дерись. За это требует двойной гонорар. Тебе вообще гонорар не положен. Эй, я с тобой разговариваю. Готовься к бою. Ха! Ну давай. Собирай гитару, пожалуйста, свою. Так, ребят, был маленький перерывчик был на настройку вебки. На настройку вебки у меня опять все слетело, опять все заново пришлось настраивать. Надеюсь, звук не сильно изменился, картинка не сильно изменилась. Я как-нибудь этим серьезно займусь. Реально серьезно займусь, сделаю все красиво. Ну, бля, техника подводит. Техника подводит, а еще пока я настраивал, случайно заметил, что вышел из этого. Из меню, и мне тут немножко напиздюляли, хотя я даже этого не видел. Да, бля. Я даже ее атаки не изучил. Ой-ой-ой-ой-ой, жестко. Так, мы выбили первую ячейку ее.
Я выбил первую ячейку реки. Неплохо для дефектного. Мега удар с воздуха. Опасность. Опасность, высокое напряжение, осторожно. Она провода достанет. Сейчас я подзаряжусь. Какой кайф. Так, мне лучше пока не подходить, правильно? Блять, я заметил, что сверху можно было зацепиться. Поздно заметил, блин. Дай мне еще жизней! Блять. Сука, да что такое? Ты че за мной, блядь, двигаешься? Задолбала, Река, блядь. Я тебя даже немного уважал. Ты меня начинаешь заставлять себя не уважать. Ой, поехала подзарядочка. Сейчас появится сверху. Да, блядь. Чё она такая быстрая, а? Я несокрушима. О, давай. Разберись ты уже с её барьерчиком. Вот моя красочка, молодец. Спасибо, мята. Ага, я успел вроде отпрыгнуть или нет. Ой, как хорошо, что с нее выбивается, а? Плохо, что она подряжается на комбо. Я не буду к ней подходить, они меня сейчас только ударят. Нет, отойди. Отойди от меня, пожалуйста. Так, мисс Река, я не хочу с вами драться сейчас. Ой, она даже ей хпшку снимает немножко. Блять. Да ёб, я ж прыгнул. Смотри, сколько у меня хп осталось. Просто замечательно. Все, я труп. Первая смерть в игре. Со мной шутки плохи. Блять, заново придется здесь сражаться. Продолжить главное меню зажать. Нет, продолжить. Так, на каком этапе мы, интересно, восстановимся? На второй сессии. Я понял, 4 контрольные точки в сражении будет. Может пропустить это? Я не буду еще раз смотреть, как она рвет провода. Огонь. Это пойдет на превьюшку, это точно. Ага, спасибо. Во время этой атаки я заметил, что нужно прыгать наверх. Да блять. Да, притянись к ней. Блять, отойди. Ну что ты делаешь, чай, ёб твою мать, а? Сука. Он два раза к ней прилетел. Прямо дотлил меня, ну слушай, серьезно, сколько можно, блять? Давай ей барьер снимай. А, опять на атаку заходит. Она опять заходит на атаку. Вот сейчас. Выбивай из нее вообще все дерьмо, что есть только. Есть! Я выбил второй сектор. Если я сейчас умру, у меня останется только половина жизни здесь. Нет. Не позволю портить имидж компании. Что здесь сейчас будет? Труба? Две трубы. Ой, жестко. Тебе конец, дефектный. А, я понял. Нормально все прошло, я считаю. Блин, я не успел вырваться. Я понимал, что будет что-то нехорошее, но я не успел ничего сделать. Вы же Река просто красотка. Все, позвоночник сломан. Позвоночник сломан, тут больше нечего делать.
Обожаю просто босс-файты в этой игре. О, пошли, пошли, палки. Блять. Так, я понял, пока она вырывает, в принципе, можно было бы с ней еще посражаться. Ай-яй-яй-яй, очень мало хп. Очень мало хп. Это будет долгая битва. Блять! Сука! Нет-нет-нет-нет! А, я выбил из нее наконец-то второй сектор, отлично! А, и она опять заряжаться пошла. Мне не нравится, когда она заряжается. Еще у меня жизни очень мало, вообще неудачно просто. Ну, музычка хорошая поставили. Ой, мы выбили из нее этот сектор. Я ж сам к ней прыгнул. Это был финальный удар. Просто замечательно, отлично. Все, Река повержена. Или повержена, как правильно сказать? Кажется, этот бой я выиграл. Думаешь, я проигрываю какой-то шпане? Ну да, типа того. Как хорошо. Все, Река проиграл, получается. Что стесняет? Она типа что, взорвется? Блин, жалко тогда. Я не хотел ее убивать. Я думал, мы просто победим ее и все. Мне Река нравилась, она была крутой очень. О, ты уже здесь оказалась. Ух ты, ее личный ключ. Молодец, чай. Нихера себе компьютер. Хорошее рабочее место, да? Прям столько экранов. Блин, круто, так вот он какой, искусственный интеллект. Чай, это просто заставка. Что? Спектр напрямую влияет на мышление и восприятие? Нормально. Вандалы может получить доступ к чему угодно разуму? В игрушку какую-то играть, нет? Можешь выключишь, а? Мне надо сосредоточиться. Зря он это нажал. Он выключил всю... И что ты сделал? Ты же выключить просила. Он, походу, выключил весь завод. Он позвонил боссам всем. Блять. Это был созвон. Река, я жду новостей об отстранении Дифи... А что это еще такое? Вообще-то меня зовут Чай. Не Дефект. А где Река? Ой, а ты, вы не слышали? Пора вам искать нового директора по производству. Это что, что, шутка такая? О, какой интересный созвон. А он не мой, что ли? Хотите перенести на попозже? Занзо, у тебя микрофон отключен. Я хотел сказать, что... Корсика, быстро отправь кого-нибудь на производство. Ох, конечно. А сама пойдет. Пожалуйста, кого угодно отправляйте, только... Мы с Мятой надерем вам задницы вашими же оружием. С Мятой? Что, недостаточно круто? Тогда руку зацените, я могу сделать гитару и ее разнести. Дурак, он сдал ее. Придурок, идем. Она недовольна, что он ее сдал. Не нужно было говорить ее имя. Они и так спалили, кто они. Все, типа закончили этот. Закончили этап. Дали ачивочку. Лучший из лучших. Одолеть в бою начальницу центра производства. Ты извиниться не хочешь, чай?
Я же так все же сделал как надо. Ну ты бестолковый, они теперь знают про меня, знают, что ты здесь не один. И... Блин, меня раскрыли, весь мой план кошки под хвост. А у тебя был план? Что? Ладно, прости, выпендриваться, сболтнул лишнего, но дальше ведь ты получила, про Спектра. Ты что, про Валендай могут управлять чужим разумом? Ну, я особо не слышал. Так, короче, смотри. Они могут управлять чужим разумом. Ого, что это? Это для синхронизации с интерфейсом Армстронг. Нога не от Отто Армстронга. Вся рука грязная, блин, не стирается. Надо только вести команду. Знаешь что? Ты с самого начала была права, я просто тупой баран, а еще мята в 1000 раз круче меня. Блин, чего? Остались сомнения? Сейчас ты через меня говорила, а Вандалы, может, эту штуку придумали чисто для научных целей? Какой же ты наивный, они могут управлять разумом, вот что важно. И я намерена им помешать. Что ж, желаю удачи. Чай. Но я знаю, как покинуть остров, плюс я все-таки напортачил и хочу все исправить. Отлично. Принимаю тебя в свою организацию. Класс, у нас прям группа собралась, хоть сейчас на сцену. Кстати, Чай, прежде чем уйдешь, хочу тебе одну свою наработку показать. Какую? Что там еще? Так, знаешь что, наработочку мы будем смотреть уже в следующей серии, потому что это подошло к концу. Спасибо, что досмотрел, надеюсь, тебе понравилось, было интересно. Ставь лайк, комментируй, подписывайся. Всего тебе хорошего, замечательного, самого наилучшего. Счастливо, пока и до свидания.